Началось аппаратное совещание с выступления первого заместителя главы администрации Бадыра Ахмедова, который выразил благодарность тем, кто был активно задействован в проведении майских праздников и обратил внимание, что впереди всех ожидает не менее масштабное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. По данному поводу всем членам оргкомитета необходимо составить план и приступить к подготовкам. Слова благодарности главы города и председателя городского собрания. Отдельно отметить городские подразделения МЧС, УКХ, спецавтохозяйства, культуру, спорта, молодежи, управления образования. Отдельно отметить правоохранительные органы, обеспечивающие правопорядок проведения этих майских мероприятий. Главный инженер управления коммунального хозяйства Султанпаша Саидов доложил о ходе работ по наведению санитарного порядка. Так, вдоль автодороги Хасавюрт-Лох по Махачкалинскому шоссе и по БАМу производилась ручная уборка с привлечением всех коммунальных служб города и необходимой спецтехники. На сегодняшний день продолжаются работы по благоустройству города по улицам Гвардейская, Газиавали. Работы по ямочному ремонту в городе будут проводены последние дни. Вот это зимы немножко нам дали сбой в этом деле. Тем не менее, значит, для того, чтобы их продолжить, меры принимаются. Далее Руслан Ибрагимов, начальник городского управления образования, рассказал, что учебный год плавно подходит к завершению. Уже скоро выпускники начнут сдавать основной и единый государственный экзамен. 26-го начинаем ОГЭ, 29-го, и дальше идет ЕГЭ, 9-й, 11 классов. Там порядка 2200 человек участвует. Пункты готовы, все подготовлено, будем работать. Также информацию о проведенных и намеченных мероприятиях спортивного характера на текущий месяц предоставил начальник отдела по физической культуре и спорту Магомед Али Газимагомедов. Мы получили письмо об организации фестиваля волейбола, который приурочен Всемирный день волейболу. По поручению главы мы это организовали, написали письмо, отправили, что отчитались, и видеоматериал отправили, отправили фотоматериалы. Работаем сейчас согласно календарному плану, никаких проблем у нас нету, и сейчас ведется подготовка к 1 июню. В завершении управляющий делами администрации Гаджиев Магомедов обратился к руководителям управления и отделов с просьбой довести до каждого работника о необходимости в ближайшие сроки провести оплату коммунальных услуг и до конца календарного месяца закрыть все задолженности и предоставить соответствующую документацию. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».